резиночкой обязательно смазать, чтобы закрутилось хорошо. Чтобы не прикипело, чтобы открутилось хорошо. А потом, чтобы потом она не прилипла, да, от температуры. Может, чтобы резиночка откручивалась, фильтр. Друзья, всех приветствую. Вот пришло время как раз заменить масло. Пробег у меня сейчас 20 тысяч. В прошлый раз я менял на 10 тысячах. Вот прошло 10 тысяч. Сейчас я буду менять масло. Масло у меня... Вот такой вот маслице у нас. И такой вот фильтрик. Масло меняю я на экспресс замене. Это такая замена, где не требуется подъемник. Масло меняется вакуумным способом с помощью трубочки, которая вставляется на место, где щуп, и через щуп как бы выкачивается. Ну вот, замену, наверное, вот здесь мы будем менять маслице. Вот сюда будем заезжать. Масло стоит, замена стоит у нас 450 рублей работа. Так что все, погнали. Даже проверить, если есть стереотипы какие-то. Не, ну я тоже говорил, что просто это, ничем не вообще разница. Масло все равно остается в двигателе, хоть там как. Ну хоть... когда с пробки сливаешь, там надо еще шприцом высасывать. Да, она и сверху остается, где клапанная крышка, там тоже все остается в любом, где клапана, там маленькие есть. Ну, естественно, у нас В прошлый раз я тоже у тебя менял его. Мне нравится тоже вот этот раз подъехал, вот эти подъемники. Просто там еще и поддон с алюминиевый, наверное. Лишний раз пробку. Ну, пробку могут сломать, там еще что-нибудь. Сорвут резьбу что-нибудь, вообще что-нибудь открутят не так. Постоянно какая-то проблема. Компрессор такой не слабый, да? Мощный очень. Такая вот емкость. А фильтр наливать масло обязательно или не обязательно вообще? Кто как вообще? В старых учебниках написано, что надо. А так главное просто резиночку смазать. Ну, хотя бы чуть-чуть, да. Ну, на фильтр нарисовано. Ну, капельку, да? Написано, нарисовано, да, надо. Давай, да. Вот. Инструкция даже есть, все. Как по правильному делать, да? Ну, полный не надо вылить. Но смазать надо, чтобы лучше проходимость была. Хуже не станет, короче. Ну, и только лучше. И резиночкой обязательно смазать, чтобы закрутилось хорошо. Чтобы не прикипело, чтобы открутилось хорошо. А потом, чтобы потом она не прилипла, да, от температуры. Может, чтобы резиночка откручивалась, фильтр, надо его смазывать. Почем у вас масло такое?
970 литров. Разливной, да? А канистров нет, да? Дороже канистр просто. А фильтр почем, мэн? Манские не стали вводить. Дорогие? Ну а зачем он не ставит? Не, я за 600 рублей покупал на плотку. Ну, вам же повезло. Остатки, наверное. А масло вот тоже 3600-3500, по-моему, 4 канистра, 4 литра. А так в магазин вообще все там 5. Под 5000 оно. Да, и фильтр 1200. Ну, вот там ты сделал. Сумасшедший вообще народ. Что творят, да? Три литра там, по-моему, да, где-то? Ну, чуть побольше. 3200 где-то, да? 3100. По-разному, фильтра выходит по-разному. Я вот выключил 3200. Ну, у меня полный был. Я доливал, чтобы это, у меня под максимум. Так, заводить. Так, сейчас заводим, чтобы лампочка у нас должна погаснуть. Сейчас ключ найдем. Вот лампочка масла должна. Вот масло погасло, все отлично. Ну что, друзья, масло было благополучно заменено. Едем на новом маслице, мотор прям вообще в кайфе. Все супер. Желаю всем удачи и хорошего настроения.